Всем привет, с вами был Тим, в этом видео мы поговорим о приложении «Изучаем алфавит». На канале мы с вами говорим о приложениях разного жанра, и в этом видео я решил остановиться именно на детской программе. Эта программа поможет развить вашего ребенка и познакомить его с алфавитом. Давайте нажмем на кнопку «Играть в алфавит». Здесь мы видим весь алфавит, и, соответственно, пока что доступно всего лишь 5 букв, с буквы А по букву Д. Все остальное, разумеется, придется докупить за реальные деньги, когда вы примете решение, нужно это вашему ребенку или не нужно. Но, разумеется, ребенку это приложение должно понравиться. Как только вы переходите к какой-то букве, голос автора нам озвучивает, что это за буква и что это за слово, которое относится к данной букве. Но, разумеется, и это не все. Как вы можете заметить, все объекты, которые находятся на экране, они могут двигаться. Например, белка виляет хвостом, прижимает к себе орех. Это происходит, когда вы тапаете по экрану. То есть, таким образом, ребенок может развить и некую моторику. Каждый эффект не похож на предыдущий, а потому увлекательное времяпровождение ребенку обеспечено. Подведя итог, поизучаем алфавит, это действительно приложение, которое понравится всем детям. Благодаря красочным анимациям и легкому процессу обучения с небольшим интерактивом, ваш ребенок хорошо проведет время и также обучится этому самому алфавиту. Да и полная версия стоит не так дорого, 149 рублей, это в принципе нормально. Ссылку на эту программу вы найдете в описании к этому видео, а на этом можем закончить. С вами был AppleTM. Если вы впервые, подписывайтесь на канал, ставьте свои пальцы вверх, это важно. Делитесь этим видео с друзьями, не забывай о яблочках. Пока.